Привет всем! Сегодня обзор очередной такой вот посылки с Китая. Сейчас посмотрим, что тут нам пришло. А нам здесь пришел товар на обзор. Мне отправили. Вот такая вот леска, 100 метров, 0,23, 2 лэп, 8,5 килограмм. Сейчас посмотрим, что за лесочка. Тянется? Ну, даже тянется. Так-то на вид вроде бы хорошая леска. Намотаю ее на шпулю, попробую. Так вот. Вот такой вот крэнк. Маленький. Вроде бы как. Воблерочек. Прикольный такой. Тройник острый. Угу. Так. Леска стронг. И вот такой вот. Ну, это вроде бы типа ратлин. Силиконовый он. Внутри железный. Так тоже ничего ж не. Тройники хорошие. Ссылки я оставлю под видео. Цены недорогие, я не помню, блин. Этот что-то там копейки, то ли 30, этот тоже до 50, леска что-то, ну недорого, магазин так-то недорогой на Алиэкспрессе. Так что все, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, а дальнейший тест, обзор будет в следующем видео. Всем пока!